Demek dikkat dikkat dostlar, opalar, akalar. Bu video plus 18. Şunun için koydaki roya kliler dostlar. Yaş bollar için bu video mümkün emas. Mana şunun için dostlar koydaki roya kılamız. Biz ise sizler bilen oyunumuzda devam ettiremiz. Demek barchaga assalomu alaykum dostlar. Sizler bilen doimgidek Mr. Federico. Demak do'stlar, bundan oldingi прохождениеda sizlarga aytib o'tganimdek, o'sha Vesna'dan, ya'ni o'sha Yamaha'ga o'tamiz. Прохождениемиз o'ylaymanki juda ham qiziq bo'ladi, hamda sizlar uchun foydali bo'ladi degan umiddaman do'stlar. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman do'stlar. Demak, biz o'sha Yamaha o'sha qanaqa shahar, nima uchun biz u yoqqa keldik? Buni esa video davomida ko'rib borasizlar. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman do'stlar. Biz esa прохождениемизни boshladik. Ха. Князю не суждено было их увидеть. Виновен ли я в его гибели? А в том, что произошло на мосту, возможно. Но мы живем в жестоком мире. Хош. Ko'ramiz do'stlar, endi dalishi прохождениемиз qanday bo'lar ekan. Артём. Просыпайся. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Турки ты где-то. Узлали. Ничего, князь, жалко. Совсем мальчишка. Все меня расспрашивал, как себя девушке лучше подать, что говорить. Так хотел вернуться к ней. В шрамах. Дядя Артём! Дядя Артём! Там дядя ТТшник уже мастерскую доделал. Хорошо. Хотите посмотреть? Так здорово получилось! Сюда, дядя Артём! А, привет, Артём! Видишь, как я тут устроился? Как король, честное слово. Верстак какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал, на оборудование мастерской пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. Ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то непочатый край. Без я, короче, джонкере. Йох, мана курябслар, йох. Именно, мана шунарса, йох. Ладно. Пробирает курево. Пробирает. И? Забирает. Без чекмок, че, маседик лекен? Чекиш соглы, в чем зарар, достар, так что... Мунким масчик. Правильные вы, Артём, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил? Орёл? Боевой пацан был. Земля ему пух. Таша ей. Я что сказать хотел? Спасибо, в общем. Вы меня как свой... Да, собственно, мне тут есть что заняться. Ломать снаряжение всякое... Бура верили кана. Индуяка. Полковник в рубке ждет. А бит-то чё, чё, или бринчо? Да ладно вам его хоронить. Это же князь. Помните, как он из библиотеки пришел? Тоже ведь поминали уже. Ну, он тогда вообще выдал. Мы уже разлили. Сэм сказал.
сказал. Все. Хорошо, кстати, сказал. Красноречиво. Спасибо. Правда, чего уж тут стесняться. Так вот, Сэм сказал, а тут князь встревает. А мне чего не налить. Shu melnik amaki chaqirayotgandir da. Artyom, иди сюда. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник дешифратор подключил. Ковчег, ответьте. Прием. Артём, ну что ты конденсаторишь? Вот чем за просто так парковать, вдруг же мы сходили на сухарка. Да, да, все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, и поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы прибудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. А сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Да. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Блин. Бошларым ауырып кетті олардың гәпларына. Это если доживем. Что ты в самом деле? Это ничего. Заходи, Артем, присаживайся. Степан тут вечер музыки устроил. Ну давай. Командир во всем прав, а мы забиваем себе голову всякой ерундой, да? Верно. Подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят,
Нас с Аней простят тоже. И все поедут домой. В метро. Ха, дуслар, хозур курамыз энди. Ямантау. Демек, дуслар, Ямантау, билмадым бу кайсы томонлар. Демек, весна деп ёзып койупты, яни уже бахор озу болады. Агар адашмасам, Ямантау деген жойга барамыз. Бу Хытай-Хытай томонлар болса керек эле. Буни эсе, дуслар, бу курислар мана 22-чи, демек, 22-чи сахна 05, яни бу май фасли, ёки 3-му бу? Ха, 3 болса керек, туктайлар, дуслар. Январ, туктайлар, январ, февраль, ха, март, 22-чи март экен, 2035-чи йил, оху. Демек, курамыз, Ямантауга нима кылар экенбиз уякка. Охо, мана дуслар, көрөпсиздер, бахор. Ажойиб, а? Миллик амаки йоку? Деме, бу кызчаям. Бүйерге одамлар умума йок, сабабы дөслер. Бүйерге фақат манышлағы маска бұдан юрыш кере. Хазыр біз халиям қадырыштамыз. Бүйерде кімлер бұр екен? Е, бұлар кім бұлды? Опача. Давай. У поезда колда адамлар, дуслар. А, мельник амаки ману. Демек, дуслар, мана силерге көрсөтөйүн, мана ушунака тоо-тош жойлор экен. И мана ушунака туннелдей жой экен, мана көрөпсиздер. Демек, көрөмүз биз бияка неманы жоготуп калдык. Азыр кирип көрөмүз, дуслар. Мельник мана ушу амаки. Мана ушу мельник амаки. Охо. Ой-ой-ой. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы у цели. И ищик ёпку. Смотрите,
камера гухляет. Назовитесь. Полковник Мельников прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? Остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонит поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Внизу вас встретят. Tushunarli. Ikkitalik-ku eshiklar. Давай. Келила хана. Айо, милли камаки манувикан. Урхаде икан дебу. И олдамызги, янымызги икан. Ты хоть речь на подготовил? А то как заклинит тебя, это же сам министр. Чёрт тебя. Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артёму сказать не хочешь? Да. Ты был прав, Артём. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Конечно. Артём Бларде, башка адамларам триклиге. А, мана, берде бір қанақы камера, памера мені ма? Үшті түрті одамы, қоп қоран қойын. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Хорошо. Давно не было. Чумадом. Ман чумадом имею в Пастава, акелар. Пастава. Которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Вы же
Вы же просто людоеды гребаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Qiz bolaga qo'l ko'tardi yaramas. Если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, познакомиться. Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока разрешите отплывать. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны еще надо было. Но я сейчас вас руки. Выжечь мразь эту. За то, что гостей. А теперь покушаем. О, ярдамчик куч келді. О, рахмат, семам аке. Аня қатқа кетті енді. Ана қатқа екен. Нарли.
attan ett köp där. Tepaga chiqamiz, endi opachani topish kerak. Nimaga aptechka yo'q, blin. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой, а времени у нас, думаю, не больше 10 минут, так что придется разделиться. Сэм, бери фильтры вентиляционных, генераторный зал и склад. Идиот, со мной в командный центр. Артем, на тебе казармы и медблок. Шнарли. Ну, поехали. Артем, твой этаж. Шнарли. Қыдырамыз енді опачаны. И что? Махлиш керек етті. Ой-ой-ой, нема қылыш керек, ешкіне елпті, и что? А. Демек, достар, мана өші Ямантау. Ямантау, достар, бізге қымбатқа түшетіген болды. Chunki ko'rdinglar, biz o'sha yerga keldik, ya'ni o'sha xo'jayinimiz bizni, demak, bizni o'sha amakimiz, boshlig'imiz, amaki, ya'ni bu Artyomni, anosi nima deydi? Xotinini otasi nima bo'ladi? Hozir esimga kelsin do'stlar, qaynotasi, ha, do'stlar, ham xo'jayini, ham qaynotasi do'stlar. Уже қайнотасы билан биргаликда биргаликда келди, усини командаси билан биргаликда келди, дўстлар, ҳурмат қилди. Демак, мана шу келдик, туда-суда депми гапириб келди, ўз ҳурматини жойига қўйиб келди. Лекин шунга қарамай, ҳамма эшиклар ёпилди, дўстлар. Бизни асрга олишди, дўстлар. Лекин битта амаки, демак, дўстлар, ўша Аврора деган, demak, o'sha poyezga odam qo'yib kelganimiz juda ham yaxshi bo'pti, do'stlar. Agarda biz hammasini olib kelsak, bizni prosta hammamizni o'ldirishardi.
Lekin do'stlar bizga bitta amaki o'sha bizga yordam berdi. Afsuski, opachani olib ketishdi. Bunisi bizga negadir qimmatga tushdi do'stlar. Chunki bu Artyom xotini yaxshi ko'rgani. Shuning uchun o'sha Anyani topish kerak do'stlar endi. Xudo xohlasa, keyingi proxajdenimizda mana shu o'yinimizni davom etamiz. O'ylaymanki, albatta bu opachani biz topamiz. Chunki bundan oldingi proxajdenimizda esinglarda bo'lsa, Artyomni otishuvdi, lekin qizni o'sha garovga olishuvdi. Lekin Artyom borib tez yordam berdi, i ular ikkalasi chiqib ketishdi. Lekin do'stlar, bu safar bilmayman. Bu safar haqqoniy o'sha otasi o'sha bilaydigan do'stlar. Hozir endi opachani biz topishimiz kerak do'stlar. O'yinimiz qanchalik sizlarga yoqayotganini kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Mana shunaqa Metro Exodus o'yin. Ajoyib o'yinimizni keyingi proxajdeniyada opachani topish vazifasini bajaramiz. Demak, hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman do'stlar. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Salomat bo'linglar. Keyingi video rolikda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.